Говорят, что в старости трудно найти радости, но пес по кличке Генри с этим точно не согласится. Он уже в годах, но изменять своим привычкам не собирается. По крайней мере, он не готов отказаться от любимого занятия – преследования зайцев. Вот только охотничье чутье у Генри слегка притупилось, поэтому он попал в не очень приятную историю. Малыш-зайчик, за которым погнался наш герой, усмотрел небольшой проем в земле между старым автомобилем и шустро туда юркнул. Генри бросился следом и моментально застрял. Досада была огромной, пес не только не мог выбраться, он еще и наблюдал, как маленький ушастый зверек весело удирает прочь. Какое оскорбление для бывалого охотника, не правда ли? Признаемся, что мы искренне рады тому, что зайчонку удалось убежать, но Генри оказался в беде и нуждался в помощи. Бедный пес принялся лаять на всю улицу, надеясь, что кто-то услышит его и поможет выбраться из западни. Наконец-то бедный пес, которого уже успело завалить землей, высунул испуганную мордочку. Он был жив, и это самое главное. Через некоторое время его удалось вытащить на поверхность, и хозяева не могли поверить своему счастью. А специалисты осмотрели собачку и не выявили никаких травм. Пес промерз, устал и очень хотел пить, но в целом, все закончилось для старого четвероногого охотника хорошо. После спасения Генри бросился в объятия хозяевам. Те же, в свою очередь, приготовили для питомца его любимое местечко у камина, чтобы тот согрелся. Что ж, неизвестно, захочет ли Генри в следующий раз побегать за зайчиком, но мы желаем ему быть очень осторожным, чтобы больше не попадать в такую переделку.